Всем привет! Так, ну, Honor 9 Lite, вот он, на столе лежит. Сейчас будем смотреть на него чехольчик еще один. Кстати, я вот этот чехол распаковку не показывал, думал, что может никому не будет интересен, поэтому показываю сейчас. На него тоже будет ссылка в описании, смотрите, как и на этот, собственно. Так, 14 дней добиралась, чехол Honor 9 Lite, как я уже сказал. Единственное, что этот чехол подойдет вот для следующих моделей. Вот они указаны, ставите на паузу. Ну, кстати, здесь не все указаны. Опять-таки, ссылка в описании, переходите, смотрите, там же цену узнаете. Сколько он сейчас стоит, у кого я покупал, собственно, что за продавец. Ну и сейчас проверим, с каким качеством он отправил. Все ли в порядке. Так, ну он должен быть силиконовый. Градиент, да? Какой-то голубой, пурпурный градиент, силиконовый, да, мягкий. Ну, собственно, вот он, действительно. Кстати, упаковано достаточно неплохо. Надписи тут присутствуют даже на английском языке. Так, ну, телефончик. Кстати, на телефон тоже оставлю, где я покупал. Потому что покупал я его не у нас в магазинах, а покупал на Алиэкспрессе. Это китайская версия, перепрошита на глобалку. Работает без проблем уже целый год в семье моей ходит супруга. Так вот, год работает, 4G, все нормально. В принципе, тоже никаких жалоб не было. NFC не работает, естественно. Но NFC как бы и не нужен был. Поэтому было принято решение сэкономить на покупке именно китайской версии, перепрошитой. Это гораздо выгоднее, если покупать у нас здесь, пускай даже из гарантии. Ну, решать вам. Ссылки в описании будут. Так, давайте примерять, посмотрим качество. Угу. Ух ты. Интересно выглядит, достаточно симпатично. Мужской это или женский вариант, решать вам. Самим, опять-таки, мое дело показать. У меня телефончик синенький, давайте покажу, как он выглядит. Вот такой вот он. Стеклянный. Пачкается, конечно. Дайте-ка я его протру об рукав. Вот так. В общем-то, телефон красивый. Я думаю, вы о нем все знаете. Будет лишним что-либо еще о нем говорить. Давайте примерять. Силикончик такой, гляньте, очень качественный. Блин, очень качественный. Знаете, такое ощущение, что вот как Xiaomi кладет себе в комплект. Ровненькие такие, без всяких там артефактов. Вот то же самое. Очень качественный. Смотрите. И да, он градиент, то есть здесь такой более фиолетовый цвет снизу, а сверху уже уходит в голубой, даже в синий, в темно-синий кверху. Так, ну давайте примерим, должно смотреться неплохо, я думаю. Так, сел идеально, в принципе. А, вот тут еще такие, знаете, типа заглушки есть. И как что интересно, они работают. Но я бы их срезал. Это, конечно, по желанию. Не знаю, для чего эти заглушки, чтобы мусор туда не попадал. Ну, не знаю. В любом случае, можно срезать ножничками, взять ножницы вот эти. Знаете, ногти подстригать такие, маникюрные. И можно срезать. Отверстие под перфорацию, как видите, все отлично сходится. Кнопочки включения-выключения, они здесь не прорезаны, отверстия выдавлены просто. Оттиск идет. Сверху ничего, сбоку с этого ничего края. Сканер отпечатков пальцев, посмотрите, как идеально ровненько. Все по центру. Ну, камеры. Фотоспышка. Давайте продемонстрирую. Ну, отлично. Кстати, под отверстие шумоподавления также проделано. Так, да, кстати, по краям присутствует рифление. Типа грампластинка. Это хорошо, очень удобно. Слушайте, ну вот, вот это вот немножко торчит. Ну, короче, это срежется, нафиг. Надо срезать и все, чтобы не торчало. В целом, кстати, еще. Края немножко выступают, можно класть на стол, не боясь, что там что-то поцарапается. Тоже отлично. Смотрите, как все красивенько. Так, давайте-ка подсветку выключу, потому что она немножко искажает свет. Опа. Ну вот теперь посмотрите, как это выглядит.
в натуре. По-настоящему. Как бы градиент вам показать. Вот сейчас, наверное, видно будет, да? Что я еще не сказал, то что там присутствует несколько градиентов, подберете под себя конкретный. То есть я выбрал этот градиент, можно подобрать другим цветом, на свой вкус, по своему желанию. Ссылка в описании, выбирайте. Так, ну, что еще сказать. Цепкий смартфон, не вылетает из руки, хорошо держится. Красивый, да, он заляпывается по ходу, ну как и любой другой силиконовый чехол. В чем плюс однозначно, то что скорее всего, ну все силиконовые чехлы желтеют, особенно которые белые, прозрачные. Этот тоже будет желтеть, но это будет не столь заметно. Думаю, все благодаря его раскраске. Короче, товар зачетный, переходите, покупайте, я однозначно рекомендую его к покупке. Очень качественный. Все, до новых встреч. На это тоже будет ссылка в описании. Подписывайтесь на канал.